терочки проходил акция. Фужер, или как он называется, для вина, для красного, продавали со скидкой 90%. Если, конечно, берете 90 наклеек. Вот я набрал, сегодня последний день. И получил такие вот бокалы. Сказано, что они из хрусталя, хрустальные. Так, что можно сказать? Вроде звучат как хрустальные. Очень тонкая ножка. Ножка реально. Не знаю. Ну, чисто для женщин. Потому что в мужских руках все это сломается. И сам бокал такой очень хрупкий. Как там их проверяют? Не знаю. Честно говоря, не знаю даже, как их проверяют. Хрусталь. Но фужеры именно вот так они имеют красивый такой вид. Стоят стенки, все равно, кстати. Довольно красиво. Да, когда крутишь их, довольно красиво. Я думаю, что... Ну, в принципе, они стоят. Так они до 1000 с чем-то продавались. А с 90% скидкой 100 с чем-то рублей. Кстати, ну, мне кажется, неплохо. Да, это ни в коем случае не реклама, а просто мое личное мнение. Да, кстати, нерудненькие. Пойдет, разобьется. В руках очень удобно держится.